Ребят, всем привет! Сегодняшнее видео будет о том, как я заказал датчик массового расхода воздуха ДМРВ Mazda Atenza 2004 года, первое поколение. Значит, ситуация такая. Есть все подозрения, что датчик у меня этот умер давно уже, так как расход топлива очень большой. Поэтому, значит, сходил я к знакомому в отдел заказа запчастей. В итоге подбирали. Датчики начинаются по стоимости от... Получается где-то от 6 или 7 тысяч, по-моему. То есть оригинальный вообще десятку и больше идет. Не оригинальный, там аналоги непонятные. То есть тоже ценник 6-7 тысяч рублей. Поэтому был заказан датчик на AliExpress. Вот тот, который у меня сейчас стоит, с точно такой же маркировкой был заказан датчик. Абсолютно такой же. Заказал я его... 23 мая я его заказал. Сегодня у нас 5 июня. То есть прошло буквально около 2 недель. Датчик уже поступил. Я посмотрел по отслеживанию, никаких извещений с Почты России нету. Посмотрел по отслеживанию, датчик уже поступил якобы в отделение. Так вот сейчас поедем на почту, посмотрим, поступил или нет. И поедем на дачу, будем ставить. Вот сейчас давайте откроем, посмотрим. Такой ли же этот датчик, или все-таки он галимый китайский. Кстати, в этом пакете у меня две посылки, я заказывал две. Видимо, где-то на таможне их фасуют в один пакет. И пришло оно как одна посылка мне. Так, хрен знает что. Так, вот это вторая посылка, она нам не нужна. Вот он, вот этот вот датчик. Такой вот коробушки плотно, видимо, чем-то проложено. Сейчас мы его вскроем и посмотрим. Почему меняю датчик? Потому что расход топлива у меня начал что-то зашкаливать. Ошибок никаких не выдает. Посмотрели с ребятами. Потестили его, и по всей видимости это он. Так, вот он в такой вот штуковине завернутый, еще в одном пакете. Угу. И тут уже вот такой вот пакетик. Сейчас мы его вскроем. Что он абсолютно такой же, как и тот. Нити на месте, чистый, только как будто она грязная, какая-то головка. Это я не знаю, будет видно, нет, номер. Вот он, ZL01197400-2010. Сейчас давайте пойдем посмотрим и сравним с тем, который у меня стоит. Так, ребят, вот оригинальный. Ну, я не знаю, оригинального нет. Вот тот датчик, который у меня стоит. Вот он, номера ZL01197400-2010. И вот он, новый датчик. То есть у них маркировка абсолютно идентичная. Так что пришло все быстро. Он абсолютно такой же. Ну что, будем сейчас поменяем. Поедем по трассе, потестим. Работает, не работает он. Но это уже другое видео. Я в описании оставлю ссылочку на этот магазин, где я покупал. То есть, может быть, кому-то это интересно. То есть, в Тюмень дошло быстро. Поэтому, кому надо, посмотрите. Все. Всем спасибо. Пока.